Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Oppo Reno 10X Zoom. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать так, чтобы ваши данные автоматически резервировались, автоматически создавалась резервная копия ваших данных в аккаунте Google. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз, еще немножечко ниже, и выбираем пункт Google. Затем опять немного спускаемся вниз и выбираем резервное копирование. Нажимаем «Добавить аккаунт». И написано «Не удалось войти в аккаунт». Это очень известная ошибка при резервировании на этом телефоне. Та ошибка, которую нам писали, и та ошибка, собственно, из-за которой был заказан этот телефон. Мы думали, что тут более серьезное что-то, но на самом деле решается эта ошибка невероятно просто. Смотрите, все из-за того, что у вас нет Google аккаунта. Вы не добавили Google аккаунт в свой телефон. И если вы не можете добавить его все равно, да, вот не получается у вас его добавить, то все еще проще. У вас просто установлено неправильное время. Во всяком случае, у человека, который который, собственно, решился отправить нам скриншоты в Telegram, потому что все только писали, что проблема, один отправил скриншоты. И я понял, что время у нас хоть часовые пояса разные, но время уж очень сильно не совпадало у нас с ними. Все дело в том, что неправильная дата и время установлена. Поэтому заходим в настройки даты и времени, автоматическое ставим, либо же если автоматическое подтягивается неправильно, тогда устанавливаем просто правильную дату и время, а затем просто выбираем Google, входим в Google аккаунт. Вписываем пароль от аккаунта и нажимаем «Далее». Отлично. И теперь, после того, как аккаунт уже добавлен, опять заходим в пункт Google, спускаемся вниз и выбираем пункт «Резервное копирование». Теперь выбираем пункт «Включить». Ждем пару секунд и опять заходим в резервное копирование. Видите, у нас горит кнопочка «Начать копирование». Нажимаем на нее, и все, резервное копирование. Теперь уже будет создаваться автоматически. Не обязательно его создавать вручную, но теперь оно автоматически уже будет создаваться и сохраняться в вашем аккаунте Google, причем не будет занимать ни мегабайта места. Потому что Google для резервных копий предоставляет безграничное количество пространства. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.